Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 13 декабря. Память преподобного Арсения Латерского. Преподобный Арсений родом был из Константинополя от знатных и благочестивых родителей. Он приобрел благоволение царя и сделан был военачальником и патрицием Тивериотским. Однажды ему случилось плыть с войском по морю, но поднялась страшная буря, и корабли, всплывшими на них, все потонули, один лишь он спасся. После того Арсений отрекся от мира, принял иночество и предал всего себя молитвенным подвигам, удручая плоть свою постом, непрестанными бдениями и тяжелыми веригами. После немалых подвигов в одной пустынной местности он пришел на гору Латру в Малой Азии, где умертвил молитвой и крестным знаменем смертоносного Аспида. Потом переселился в монастырь Селиварский, где сделан игуменом, но из него удалился в одну пещеру, откуда молитвою прогнал заходивших диких зверей. К нему собрались братья, коих он руководил спасительным примером собственного жития и душеполезными наставлениями. Целую неделю преподобный обыкновенно затворялся в своей тесной келье, в глубоком безмолвии и уединении. В воскресные же дни поучал братьев и принимал пищу. Столь тяжкими и многотрудными своими подвигами, добродетельной жизнью, он достиг такого совершенства, что питаем был ангелом. Жезлом своим превратил горькие воды в сладкие и, сотворив многие другие чудеса, кончался мирно среди братьев. Время жизни преподобного Арсения Латерского точно неизвестно. Приблизительно предполагает его между 8 и 10 веками. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.